Премия «Автобус года» существует вот уже больше 30 лет. Но учитывая, что действительно новые пассажирские машины появляются редко, конкурс проходит по такому принципу. Почетным годам жюри награждают городские модели, а по нечетным – междугородние. В этом сезоне 22 эксперта выбирали лучший магистральник. Им оказалась юбилейная спецверсия неоплана «Ситилайнер». Машину похвалили за экономичность, динамику, рентабельность, безопасность, комфорт и, прежде всего, за вневременной дизайн. Сам «Ситилайнер» предназначен для длительных междугородних маршрутов. Как уверяет марка «Неоплан», главным образом модель заточена под сложные маршруты с резкими уклонами и коварными поворотами. К слову, в этом году семейство «Ситилайнер» празднует 50-летие. По случаю юбилея немецкий производитель выпустил богато оснащенное исполнение своего флагмана. Собственно, именно его признали автобусом года. В Перми состоялась торжественная церемония открытия нового дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Автопрестиж», который стал 63-м дилерским центром Mitsubishi в России, обновившим свой дизайн. По случаю открытия для преданных пермских фанатов трех бриллиантов организовали большой выездной тест-драйв, в рамках которого все желающие оценили преимущества японской техники на российском бездорожье. Сам дилерский центр имеет общую площадь около 4500 квадратных метров, включая ремонтную зону. Его просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда. Это кроссоверы Outlander и ASX, пикап L200 плюс новые модели Eclipse Cross и Pajero Sport. Также современная площадка готова предоставить полный спектр услуг не только по части продаж, но и в области обслуживания автомобилей, а также автокредитования, страхования, лизинга и трейдина. В ремонтной зоне организованы посты активной приемки, слесарного ремонта, компьютерной диагностики, электрики и дополнительного оборудования. Кроме того, в помещении имеется стенд регулировки углов установки колес и мойка. По словам представителей головного офиса Mitsubishi, в сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное компанией для диагностики технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. При этом пропускная способность только что открытого СТО составляет внушительную 1000 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентам своей очереди на проведение ремонтных работ.